Да. Сегодня мы посмотрели такой замечательный фильм, а именно даже несколько фильмов, короткометражек. И что мы узнали? Что в это время все было очень плохо, и люди голодали, люди оставались такими добрыми, а некоторые даже озверели, что начали есть друг друга. Другие люди просто оставались как бы людьми и начали помогать друг другу. Кто-то даже оставил собаку, хотя собака это в тот момент была ценная вещь, так как можно ее было съесть, но люди, некоторые оставляли их как домашних животных и своих членов семьи.